О наркоситуации в регионе. В настоящее время полиция Красногвардейского района задержан 46-летний местный житель, который хранил у себя дома 245 граммов конопли. Данный наркотик полицейские обнаружили при проведении проверочных мероприятий по месту жительства самого подозреваемого. Теперь в отношении гражданина следствием отдела МВД России по Красногвардейскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК России. Другой факт. В ходе несения службы сотрудники полиции Майкопа на одной из улиц Республиканского центра задержали 28-летнего местного жителя. При себе мужчина хранил полиэтиленовый пакет, как позже выяснилось, с синтетическим наркотиком. Возбуждено уголовное дело.